Подконтрольная Украине часть Донецкой области на грани чрезвычайной ситуации. Об этом заявил на своей странице в Фейсбуке глава региона Павел Жибривский. После обстрелов боевиков перестала работать насосная станция. Отремонтировать ее не могут, мешает постоянный огонь со стороны боевиков. Без водоснабжения более полусотни населенных пунктов. Знову 380 тисяч жителів Донецької області не мають води. Розлупили, в принципі, трансформатор, розбили 10 акумуляторів і, власне, з завтрашнього дня приступаємо до відновлення.